Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди родились по числам 6 и чаще других становятся объектами страстной любви и обожания. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Звук «ше» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Буква «к» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Редко встречающийся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Согласная «Ше» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли, активизирует воображение. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях, привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Планетой этого имени является Венера. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную доброжелательную атмосферу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.